Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Кирилл, компания X-Motors, и сегодня у нас на обзоре вот такой вот Promax Wild 300 Pro антивибрационный, потому что здесь идет антивибрационный вал. Когда мы заведем, мы даже этого не почувствуем, потому что вибрации гасятся. Итак, друзья мои, давайте скажем о том, во-первых, что эту технику очень часто покупают люди, которые занимаются прокатом техники профессионально. Поэтому, значит, здесь вроде бы все привычно, никаких особенных ноу-хау здесь не применено, но не будут же коммерсанты себе в убыток работать, да, вот вы логически подумайте. Эта техника ходит годами, ничего страшного с ней не происходит, и поэтому, если просто вам нужна техника покататься, то отличный вариант. Давайте вкратце расскажем, из чего она, собственно, состоит, из чего она сделана. Начнем с двигателя. Двигатель четырехтактный с воздушно-масляным охлаждением. Здесь у нас вперед вынесен вот тут радиатор. Надежный, простой, хороший двигатель. Коробка, вариатор. Здесь она переключается, ни о чем не нужно думать, включили, поехали вперед-назад, все очень просто. Очень красивое информативное табло, посмотрите, какое оно большое и как много здесь информации есть. Скорость, обороты, пробег, уровень топлива, передача. Дорогие друзья, больше всего меня здесь поразила оптика Belinz, она просто потрясающая, она просто бьет. Это как смотреть на солнце или как смотреть на сварку, я надеюсь, что через экран вам глаза не ослепят. Друзья мои, здесь есть USB-зарядка на целых две зарядки. И есть подогрев ручек. Потому что эта техника используется не только летом, но и осенью, зимой, весной, во все времена года. Дорогие друзья, если вы сидели вечером, жарили шашлыки в лесу, включили свет, забыли об этом, посадили аккумулятор, здесь есть ручной стартер, вот он здесь находится. Все это предусмотрено производителем. Дорогие друзья, передняя подвеска, естественно, многорычажная, регулируемая, независимая подвеска. Задняя подвеска, я так вангую, наверное, монопривод. Мы смотрим. Да, действительно, смотрите-ка, монопривод, тоже регулируемая. Естественно, тормоза в круг, дисковые, охлаждаемые. Дорогие друзья, здесь есть фаркоп, вот он. Вот он, фаркоп. И звучит тоже вполне себе хорошо. Давайте заведем, послушаем, как оно звучит. Ну что, как звучит? Круто? Ни в коем случае не приобретайте мототехнику у непроверенных продавцов. Обращайтесь в X-Motors. Наши менеджеры подберут технику, которая подойдет именно под ваши нужды. Не экономьте, чтобы быть уверенными в качестве продукции и в том, что ее будут обслуживать. Ну а мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока.